Приветствую, сегодня у нас на обзоре новинка. Это две вот такие боевые катаны. Данная катана идет с такими деревянными ножнами, обтянутые кожей. Сверху имеется вот такое небольшое плетение до конца самих ножен. Имеется вот такой также кожаный подвес. Можно спокойно катану вешать за спину, чувствовать себя как настоящий самурай. Далее о самой катане. Данная катана идет из дамасской стали. Цубо у нас бронза. Хабаки также из бронзы. Хвостовик рукоять металлический до упора снизу, плетение из простого материала и снизу белое, это имитация кожи ската. Есть дамасской стали, друзья, и есть модель из 9260 стали, вот такая тоже, без узоров. Покажу, что катана полностью рабочая, боевая, немного поработаем с нею, порубаем доски, возьмем первую доску и попробуем разрубить пополам. Так, далее поставим доску спокойно. Также покажу, что можно наносить удары без проблем. Вот так вот. Покажи клинок с близка. Давайте пойдем дальше. Попробуем разрубить бутылки. Когда она в кадре, снимаешь. Видишь? Ну, как видите, почти все, кроме одной. Давай. Вот такие большие. И напоследок небольшое дерево. А ну идем, покажу полноценно, что катана не боится нагрузок. Вот, смотрите, без проблем. Я наношу маховые удары, вонзая катану. Без проблем. Я наношу маховые удары, вонзая катану в само дерево. Еще раз. И дерево повалило. Вот такая вот, друзья, боевая катана. В наличии в ограниченном количестве. Успевайте приобрести.